1 марта в городском саду пройдут традиционные масленичные гуляния. Администрация подготовила различные площадки, которые придутся по душе для всей семьи. Главная праздничная площадка будет организована в городском саду. С 12 часов здесь запланированы театрализованные концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов города, массовыми играми и конкурсами. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных программах. Конечно, мы не забыли про маленьких гостей нашего парка. В зоне детских аттракционов будет замечательная интерактивная анимационная программа для маленьких гостей. А также возле фонтана вы сможете услышать хоровые пения. Ну и вас, конечно, будет ожидать много-много всего интересного. Около центрального входа в городской сад будет работать площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на которой будут представлены костюмированные показательные выступления и бои. Гости праздника смогут принять участие в подвижных играх и забавах. Кроме того, в горсаду будет вестись праздничная торговля. Здесь можно будет приобрести традиционные масленичные угощения. Житель нашего города сможет прямо в городском саду отведать тут же приготовленные масленичные блины. Ну а мы всех ждем в нашем городском саду. Для жителей и гостей города будет организована и спортивная программа. Это площадка ГТО «Подтянись к движению», соревнования по перетягиванию каната «Сильнее всех» и другие. Всех участников праздника ждут приятные сюрпризы и памятные сувениры. Завершится общегородской праздник в 16:00 с сожжением чучела масленицы. А подробная программа размещена на официальном сайте администрации www.tver.ru в разделе «Объявления».